Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием First Feudal. Мы с вами остановились на том, что почти доделали наш домик, жилой, так сказать. Но есть небольшая проблема в том, что с некоторых сторон они не могут зайти и сделать пол. Вот этого действительно капелюсечку не хватает. Поэтому мы сделаем, наверное, некий такой выброс, так сказать, эффективности. И попытаемся продвинуть стену на один блок. Попытаемся это сделать. Не знаю, получится или нет, но сначала все-таки стоит, наверное, убрать старые стены. Давайте это провернем. Раз, два. Вот это я лично, конечно, хапанул. Ну да ладно. Угловые не трогаем тогда. Пусть сделают сначала... Или оставим так же, просто застроим. Слушать. Можем и схитрожопиться на самом деле. Так, мне напомнили про то, что я не сделал важный инструмент, а именно молоток для нашего обожаемого строителя. Поэтому давайте его тоже введем в очередь. Не введем мы его в очередь. Я правильно понял, да? Хорошо, факел тогда нахер. И вот так сделаем. Раз, два, три. Давайте делайте стандартно, не напрягаясь. Так, где мое ускорение? Че так медленно все? Так, пол начал делать. Красавчик. Сейчас я тебе даже хелпану. Так, у меня же дубинка есть. Тогда я пройду. Спасибо. Раз, два, три. И раз, два. Все, товарищ, теперь ты уже сам вручную закроешь стены, я надеюсь. Так, здесь у нас есть, у нас 6 спальных мест. Не так уж и много, на самом деле. Я бы сказал, совершенно немного. Ладно, не в этом суть. Главное, чтобы все закрыли и все выглядело более-менее приемлемо. Я даже думал костер поставить, кстати, в... А где мой факел, алё? Костер поставить в здание, но потом понял, что в этом, наверное, нет никакого смысла. Так, давай факел, погнали. Так работает, куда веселее. Неправильное размещение сейчас получилось, его повернуть нужно. Так, главное ничего лишнего не забрать. Главное, чтобы сейчас к нам никто не пришел, пока у нас здесь процесс идет. Да ёпарасете. Так, во, все. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, все. Это застраивайте, кто хочет отдыхать, кто не хочет не отдыхать. Так, что у нас есть? Я в целом как себя чувствую? Я вооружен дубиной, и больше у меня ничего нет. По развитию мы не дошли с вами к меди, потому что не выработали, не переработали, точнее, весь нужный нам... Камень, и камня у нас, кстати, очень мало. Хорошо, мне сказали, что там по эдиктам у воина-охотника собирать трупы все. Да, вот это будет замечательно, чтобы он нам все прилутал. Дистанция агрессии в метрах, и нам не написано, собственно, количество метров. А, вот написано, найс. Ну, давайте 20 метров поставим. Оп, 21. Все, пусть занимается своим делом. Дружочек, я, видимо, снова к тебе на помощь. Как у тебя тут делишки? Так, давайте ускорение. Не люблю я ночь, сразу должен признаться, так сказать. Не фанат ночных этих пробежек, да ладно. Так, пацаны, вооружились. Быстро. С факелами совсем как надо. Быстро, 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 быстро. Набрали себе оружие, брони, всякой дичи. Красавчики. Я вас верил. Так, теперь все выделились, ждем. По-моему, там 4 врага. По-моему, там 4 врага. Встаньте сюда, пожалуйста. Так, сейчас они опять передумают, да? Или нет? Стоп, на всякий пожарный иди сюда. Вижу лучника и вижу дубинщика. А где еще один? А, тут два лучника. Ёпперсет. Пацаны, наказывайте, наказывайте. Наказывай по лицу ему, по лицу. Давайте, последнего, последнего, последнего заотащите. Зет, давайте. Наказать, наказать, пока он застрял. Куда текаешь? Стоять, мразь. Нет. Мы его, кстати, подсвечиваем, он из-за этого быстрее двигается. Тихо, 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 нормально, нормально. Он вообще по воде пошел. Чумачечий. Так, тихо. Оба. Оба маневр. Хобана. Так. Оба. На! Зацепил, но не убил. Ай, ладно, красавчики все равно. Как бы там ни было, вы красавчики. Возвращаемся домой. Не забудьте их залутать там обязательно. В них как бы тоже есть приятности. Нихера себе, куда мы убежали. Че, они нам стену поломали? Воу, было обновление. Теперь мы видим не мешки, мы видим трупы. Как это я упустил обновление? Интересненько. Причем трупы такие довольно мерзкие. Это хорошо. Это замечательно. Так, я все снесу сюда в центр, они там уже пусть решают, что с этим делать. Так, это тоже все забирай. У него факел даже был. Неплохо. Так, я, наверное, подпялю вот этот армор. Он чуть-чуть лучше, он легкий. Но при этом он лучше качества. Поношенный, но... А что поделать? Музычка, кстати, тоже новая. Слушайте, разрабы меня радуют с каждой секундой просто. Просто, мать его, с каждой секундой. Так, хорошо, с этим разобрались. Я пошел долбить дальше камни.
Что у нас там еще осталось? Глина, 3 обелиска. Посадить любую ферму, приручить двух животных. Животные мне не горят, ферму мы пока что делать не будем. Пока что. Так, одежду они всю заязали, молодцы. Камни у нас все так же стоят. Сейчас проверим, сколько у нас их всего есть. 15 штук, давайте еще один обелиск впилим, закроем одно задание. А, туда его ставить не буду. Ай, голодуха, 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 пацаны, пацаны, покормите. Алло, деда, алло. Так, F1, подождите. Не-не-не, еда 120 единиц. А, я же бочки их складировал, точно. Так, подожрали, все нормально. Надо запомнить, в какой бочке это все лежит. Иначе я опять попаду в просак. И будет неприятно. Было бы удобно вообще поставить отметку всех, ну ладно. Так, хорошо, погнали работать. Не оставляем себя без работенки. Давай, хоп, 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 хоп. Насобираем меди на будущую броню, мечи. Как пойдет. Ни хрена себе у него восстанавливается выносливость. Ты монстр. Ты просто монстр, слушай. Я тут пока восстановлю, год пройдет. Так, ты у нас что бездельничаешь? Ремесленник. Ясно, с тобой все понятно. Это сюда, ты у нас кто? Строитель бездельничает. Ну, а что поделать? Раз нечего делать, так пусть стоят. Хотя, в принципе, как это нечего делать? У нас всегда есть что делать. К примеру. Мы можем оттяпать вот эту территорию и заставить ее стеной. Для начала так. Мало ли откуда к нам еще смогут припереться враждебные уродцы. Я здесь не могу ставить стену. А вот это интересно. А, есть определенное количество блоков. Я вас понял. Хорошо, застраиваю вот так вот. Чтоб строителю было чем заняться. А, в принципе, мы и вот эту всю часть должны были якобы закрыть в так называемые здания. Но с этим будут определенные трудности. Явно будут... Хотя, стоп, почему будут трудности? У нас здесь один блок, мы просто эти ящики, так сказать, перевоссоздадим. Так, если у нас здесь... А, здесь надо, чтобы везде было. А хотя все равно сможем сделать, слушайте. Так, сейчас замедлимся, чтобы ничего не произошло. А если мы сделаем здесь, стена, здесь будет вход, они заходят, вот здесь стена проходит, они заходят в все рабочие места для них, здесь проходит стена. Угу, угу, да, это реально сделать, слушайте. Это реально только вот эти ящики нужно забрать, и все. И дело в шляпе, скорее всего. Так, пока что кастрик вот этот заберите, чтобы он тут не мешал, а я пойду посплю. Как самый хитрожопый, я пойду посплю. Так, хорошо, что мы имеем? Куда же нам ящики тогда эти переставить? Вот в чем вопрос тогда появляется. Вот тогда вопросики появляются. Так, а ну-ка, сейчас попробуем, проверим. Раз, два. Здесь, кстати, могли бы выставить. Раз, два, три, четыре, пять ящиков, а у нас их шесть. Ну, шестой здесь поставим. Давайте поставим на крафт шесть ящиков, да и все. Или вообще нам есть нужда в этих ящиках? Мы можем бочек наделать под все. Ну как под все? Под большинство вещей. Хорошо, сейчас глянем. Бочки требуют просто кожу. Вот в чем нюанс. Вот в чем нюанс. Я не уверен, что у нас просто будет складироваться слишком большое количество ресурсов, поэтому, я думаю, нет смысла заморачиваться так. Хорошо, ребятки. Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть. Выстраивайте, пока я тут храплю. Давайте, 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 давайте. Так, один встал лесоруб, этот встал. А что у нас? Где у нас три? А, он же стены делает, точно. Я забыл, я совершенно забыл. Сейчас я вам хелпану, 2 секунды. Так, обратно. Так, где моя дубаса? Факел ты, кстати, можешь вырубить вообще-то, если что. Молодец. Так, новая наука доступна, сейчас вансек. Так, где у нас бревна? Сейчас я тебе быстренько хелпану. Давай, 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 давай. Раз, два. О, о, вот это царская стройка, вот это я понимаю. Ты хоть с молотком, твою мать? Экипировка. Кого черт он с киркой? Молотки разве не сделали? Инструментарий. Так, здесь нет. Молотки что требуют для крафта? Два камня. Два камня и палки, да? Сейчас проверим. Палки это пока что я выложу. И два камня. Стоп, дай сюда. Два камня есть. Так, это у нас готовка еды. Теперь проверяем. Сделать. Сейчас сделаем ему молоточек. А у нас, возможно, оружейника, кстати, нет. Такой шанс тоже есть. Так, закидываем, держи. Дубасы есть, ты теперь можешь строить как бог просто.
Так, это я сожру. Где опять бревно? Дайте сюда. Сейчас я доделаю, он пошел вообще спать. Я понял, строитель меня оставил ни с чем. Плохой человек, очень плохой. Так, забираем нет подходящего инструмента лесоруб. Где у нас оружейник, погодите. А, лесоруб, ремесленник, воин-охотник. Я, видимо, шахтера сделал, да? Я понял, шахтер, сбегай тогда пока что побудь оружейником. Лесоруба это замечательно, воин нам тоже нужен. Все, работайте, надеюсь, вы совсем справитесь. Так, давай я тебе еще раз халпану. Ремесленник, я надеюсь, не бездельничает, иначе будет обидно. Так, это все сюда скидывай, а я хелпую. Давай, хоп, 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 хоп. Я очень быстро, кстати, лупашу. Стоит заметить. Стоит заметить такое приятное. А чего вы не собираете ресурсы? Что это за паскудство вообще? Альдё. Так не должно быть. Так, давайте я хоть куда-нибудь их скину. Так, это отдай. Это сюда. А вы их там потом уже пересортируете, я надеюсь. Стоп, это сюда, это сюда. Так, давай еще поможем. Так, и сюда давай. Я все. Ресурсов нет. Замечательно. Так, дом мы обустроили. Где у нас? Ну, скажем так, счастья там не особо много в этом доме. Я бы сказал, его там совсем нет. Обелиск, кстати, я вывел. Обелиск я так и не вывел, да? Окей. Так, у нас появилось что? У нас появилась новая еда. Мы можем либо обработку, добычу молока взять, либо же работа с шерстью. А, давайте, наверное, пастуха все-таки возьмем, пусть будет. Так, и давайте все-таки обелиск поставите. Правда, его здесь вообще неразумно будет ставить. Сейчас у нас здесь два блока, вот сюда можем поставить. Правда, они там пройти не смогут. Херово. Получается очень даже херово. Ладно, влепите сюда. Пусть хоть где-нибудь он стоит. Так, строитель без работы, воин без работы. Ты что, все ящики сделал? Хера себе ты, черт. Я аж удивлен. Должен признать. Так, хорошо, делаем по фильтрам. Так, фильтруем сюда, значит. Что у нас там было? Ресурсы сырые. Сохранить. Фильтруем сюда. Еда сырая. Сохранить. Фильтруем сюда. Что у нас там еще? Кожи, ткани. Так, у нас задачка эта выполнена. Кожи, ткани сохранить. Здесь у нас что будет? Кожаная броня и вообще в целом броньки легкие. Сохранить. Здесь у нас будет Биби-Боб. Что у нас там еще? Ткани. Ткани сохранить. Нити ткани. Так, и в последнем у нас лежат деревянные изделия, но не все. А, нет, все правильно. Все изделия, то есть непосредственно без пустых ресурсов. Здесь везде скидываем приоритет. Надеюсь, они быстренько перенесут. Давайте, я скину, вы переносите. И мы сможем спокойненько затарить. Так, хорошо. Что у нас по людишкам? Людишки. Они у нас несчастны, да? Ничего с этим не поделать. Так, давай назад. Ремесленник, оружейник, я надеюсь. Фиолетовый топор, товарищ. Это серьезно, это очень даже. Это очень даже. Да, ресурсов наделали, этих инструментов, точнее, что их даже некуда пихать теперь. Так, давайте я парочку факелов заберу. А то реально срач начнется. Так, здесь кожу не перенесли, броню не перенесли, а здесь вроде бы зачистили, но тоже не все. Видимо, здесь, кстати, места не хватило. Так, раз это забрать. Так, давайте, хабыдыщ. По чуть-чуть. Ящики тоже дают, кстати, буст, да? К настроению. Это подозрительно. Это реально подозрительно. Ладно. Бог с ним. Здесь все перенесли? Да что я за вас все делаю? Ну, ребята, ну... Кто ж так делает? Где у нас броньки? Вот здесь броньки, да? Да. Забирай. Отдай. Да ёпарисы ты. Ясно, он у меня еще и дерево под носом стырил вообще. Офигели просто, ребят. Так, забирай вот это все добро. Здесь кожа отдавай мне. А, здесь ящик засран. Кстати, можем под кожей сделать бочку, по идее. В этом ничего сложного нет, а нам пригодится. Так, повернись, красавчик. Я пока что закину, наверное, в основную сюда. Так, бедищ. И разруха, раз, два. Что, здесь еще осталось еще кожа. Давайте, ребятки, все будет хорошо. Не переживайте. Так, проверяем, древесину у нас теперь где? Древесину у нас здесь сверху. Хорошо, палочки можешь оставить.
Давай я тебе там хелпану. Я вижу, ты там страдаешь прям. Ой, холодуха. Сейчас добью, и все, и будем жрать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Опять пора спать. Да что ж ты будешь делать? Ну ладно, логика. Спать же с ночью, все дела. Давайте ускоряйтесь там пока что. Начудите все, что не начудили. Вообще, надо было поставить сначала план. Подождите, пока я окончательно не усну. Сейчас сделаю план. Так, у нас здесь один блок проход. Здесь блоком закрываем, сделаем по центру вход. И здесь застраиваем стены. Только это надо очень хитрожопо сделать. Чтоб сначала в одних областях застроили, а потом в других. А так все будет как надо. Так, хорошо, поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. Вот так. Выстраиваем, выстраиваем. Это мимо. Это лишнее было. Это явно ни к чему. Ни к чему, говорю. Вот это забираем. Так, и здесь продолжаем. Твою мать. Так. Какого черта ты опять не той стороной коннектишься? Ну что ж ты за мразота-то такая, ну? Так, это мы уберем этот блок, получается. Нам не годится. А, она так и будет выстраиваться по-дебильному. Нам нужно тогда вот эти две, три убрать. Тогда мы сможем сейчас это перестроить в лучшем виде, так сказать. Ставим раз. Ставим два. Ставим три. Вот, у нас выходит ровная стена. И здесь тогда делаем... Во, вот теперь то, что надо. Ни хрена я, правда, уже не вижу. Но более-менее вроде бы получается. Так, и вот сюда. Так, дверка здесь будет, проход. Вы, собственно, рабочую зону. Замечательно, я пошел спать, а вы там потрудитесь, хорошо? Давайте храпеть, сколько у нас? 70? 80 минут. У нас счастья вообще нет никакого, абсолютно. Так, хорошо, что мы там по заданию сделали? Карьеры. 200 очков обработки камня, спасибо большое. Проверяем. И это у нас доступ... Хрена лысого, нет у нас доступа к меди. Нам еще нужно камень перерабатывать. Так, деревянные детали. Костритель, большой деревянный сундук, деревянная кровать. Давайте. Может, кровати хоть поменяем наконец-то. Так, 5 веревок, 20 ровниц, 30 досок, 5 кожи. Дорого. Дает 7 единиц счастья в радиусе метра. А спальник вообще нам что, давал? Тати, твою мать. Поспать мне не дают. Пацаны, собрались. Так, где мой факел? Алло, где мой факел? Тихо, факел забирай. Так, пацаны, в кучку собрались. Быстро. Давайте, чуть быстрее. Кто там еще не вооружился? Тихо, назад. Назад. Что ж вы рашите? Назад, говорю, в дебилы, ну. Вот теперь раш. Поехали. На, битой по голове. На, мразь. На. Лучник, не мажь, главное. На тебя вся надежда. Забили троих, один слинял. Все, nevermind. Дайте ему уйти. Пусть цикля убегает. Так... Синяя броня. Неплохо. С каждым разом все интереснее и интереснее слышать. Мне это начинает нравиться. Так, это выгружаем. Собираем. Скелетики исчезают, да, я так понял? Это хорошо. Дайте мне вот эту броньку тогда. Или давайте среднюю. Среднюю броню и буду наказывать дальше палкой. Хорошо, я не посмотрел, собственно, что у нас там. Дайте еще немножко посплю. А, дает ли нам спальник что-то? Спальник вообще нихера не дает в плане декора, поэтому кровати будет очень-очень хорошим новшеством. Давайте только поставим на крафт. Стоп, это нахер. Ровницы. Ставим в запас, чтобы было у нас 20 штук. Дальше у нас что? Льняное волокно, это нам не надо. Веревка обычная из ровницы, либо из льняного волокна. Здесь поставим, сделайте максималку. Сколько сможете. Чем больше, тем лучше. Так, и проверяем, сколько еще нам надо. Куча досок. Веревки и кожа. Кожа у нас вроде бы как есть, да? Кожа 30 единиц, но давайте еще поставим. Раз, два, три, четыре. Вот. Скрафтите, будьте молодчиками. Ускоряемся, давайте. Работаем. Как там опять вышло вот эта говностенка? Вот как этот уголок получился? Вот вы мне скажите просто. Что за извращение? Откуда ты здесь вылупился? Причем это считается все равно цельной стеной. То есть этот полублок не имеет никакой разницы. О, бог ты мой, ладно. Так, строитель, ты пока не филонь тогда. Раз, два, три, проход, четыре. Я думаю, у нас больше верстаков не будет, поэтому здесь все закрываем. Здесь главное, чтобы был проход. Раз, два. Здесь я еще заберу, наверное, блочек. И поставим две двери. Раз. И два. Все, трудитесь, работайте.
Облагородили. Просто я теперь как подумал, что сюда нужно теперь еще поставить пол. Сколько ресурсов улетучится просто моментально. Но да ладно. Так, я не поставил сделать X. Сделать X. У ремесленника и так тонна работы на самом деле. Но все равно. Пусть подпахивает по чуть-чуть. По чуть-чуть подпахивает. Я тем временем, наверное, вручную начну уже делать эти, как его... как они называются? А я, кстати, приоритет же здесь могу повысить, да? Ну-ка проверим. Пахать будем сейчас над кроватями, иначе будет у нас беда. Так, и здесь еще пол не забудьте разместить. Так, есть. Одну кроватку я тогда отсюда оттопыриваю. Так, замечательно. И ставим проект обычной кроватки, да? Так, кроватка есть. Кожа, древесина, все как всегда. Сейчас зырнем. Там-то, правда, ремесленник и так пахает. Над этой проклятой... хреновиной. Так, кожа есть. И ровницы, я надеюсь, вы сделаете и разместите куда нужно. А это именно сюда. Спасибо. Все, я пошел хупать. Давай, быстрее, 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 быстрее. Так, выносливости нет, ждем. Так, еще ровниц накидали. Они нам тоже пригодятся. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нет выносливости. Но на четвертой скорости она очень хорошо восстанавливается, слушайте. В смысле? Я что, поломал дубинку? Серьезно? Вот сейчас обидно было. Вот сейчас очень обидно было. Так, дубасы есть? Где у нас оружейные? У нас дубасы все коцаные, все в говнище просто, серьезно. Это даже не смешно. Это даже не смешно. Ладно, сейчас добью эту дубасу. Минус. Так, оружейник, тут надо попотеть, короче, понимаешь? Надо попотеть, иначе все будет плохо. У меня бревна есть? У меня бревен нет. Ясно, понятно. Погнали за бревном. Я здесь, кстати, наверное, еще один проход сейчас сделаю. Или нет смысла? Нет смысла, они все равно будут бегать тудым-сюдым. Так, раз, два, три. Давай, сейчас сделаем хоть что-нибудь, пока эти все храпеть пошли. Так, работай на качество. Давай, максимальная скорость. Ни хрена себе, как он долго на качество делает. Аж не по себе как-то. Слишком длительный труд. Там уже тот кровати пошел делать, по всей видимости. С таким-то успехом, я его понимаю. Так, дубаса одна готова. Дубаса у меня теперь есть. Все, замечательно, хлопец, я пришел. А, у нас ткани нет, да? У нас тканики нет. Так, это все тогда сбрасываем сюда. А вы ее даже не производили, да? Они волокно только сделали, а ткань мы на крафт не ставили, да? Давайте тогда поставим веревка... Веревка, не ткань, прошу прощения. И мы сделать ее не можем, потому что нужно 5 штук на получение 3 веревок. Так, ребята, лен у нас типа все того, да? Нет у нас больше льна. Другого варианта не вижу. Другого варианта не вижу, потому что придется использовать тогда ровницы. Они-то у нас хоть есть. Так, давайте сюда раз, два. Нам буквально 2 раза скрафтить нужно, да? Это забираем. Сделать до икса на будущее. Или нет, давайте вот так сделать. И я своими ручками сейчас это все склепаю, и будет у нас первая кроватка. Раз, два, три, четыре, все. Чи-чи-чи, замедление. Так, кто бездельничает? Строитель и оружейник. Строитель, у тебя не то, что нет времени бездельничать. Ты не представляешь, что ты вля, бляха, как у нас криво это размещено. Ладно. Тить твою мать! Так, я надеюсь, сейчас уберется проект, а не стена. Хух, замечательно. Так, и здесь... Нет, здесь еще более-менее. Не самый худший расклад. Так, туда мы не можем влезть, это хорошо. Давай, в общем, трать всю древесину, которая у тебя есть. Все, что только можно всрать, все трать. Чтоб ты не говорил, что тебе делать нечего. Так, хорошо, а мы на чем остановились? Технология. Каменный дом, каменный пол, каменные стены, дорога. Это, конечно, супер. Но мне это сейчас вообще-то не нужно. Ладно, пусть будет. Мы все-таки к защите стремимся. Крепостная стена и деревянные ворота. Вот это уже интересненько. Так, хорошо. Че, я встал? Кровать одна готова. Это не значит, что мы на этом должны остановиться, ребятки. Это значит, что мы убираем эту кровать. И ставим сюда еще одну кроватку. Так, строитель у нас занят, поэтому мы тоже будем по чуть-чуть помогать. Так, у меня есть ткань, где-то еще кожа здесь валялась. Давайте кожу возьмем и доски нужны, да? Доски вообще есть? Но на всех не хватит, но доски есть. Так, я голоден, я голоден, я голоден, быстренько давай. Воп-воп-воп. Воп-воп-воп-воп. Отлично, отлично, скажи нет голоду. Так, и поехали долбить. Надо же тоже прокачиваться. По всем разным... Нихера он надолбывает.
Ишь ты, демон какой, а? Кстати, а картинка изменилась? Я бы так сильно не сказал, но чуть-чуть стало лучше, мне кажется. Им сами стены даже не нравятся, как я понял, да? Они им даже не по душе, о чем мы говорим вообще? Так, ткань потратили, нужно раз и два, хорошо. Это все закидываем. Так, доски есть. Доски завезли, спасибочки. Там сейчас просто мега просер досок идет, серьезно. Огромное количество ресурсов уходит в зерошку. Так, что у нас, шерсти нет? У нас, получается, нет шерсти, раз не делается ровница. Так, шерсть всю за юзабилити, да? Где наш товарищ воин-охотник? Дружочек, ты где? Он слева шастает, коров наминает. Коровы это, конечно, мило и хорошо, но нам нужно вот эти вот овечки. Что он делает? А, он отдыхает. Стоять. Стоять. Да твою мать, что ж ты будешь делать? Собрались пацаны. Атак, атак. Отходим, 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 отходим. Давай, 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 давай. Так, все экипировались. Так, оружку взял, дверь дернул, оружку взял, дверь дернул. Чё он крутится туда-сюда, я понять не могу. Блин, у меня усталость. Твою мать, надо быстренько сожрать эту хрень. Раз, два и поесть еды. Так, выделяем всех. Где враг? Слева, справа, снизу. Так, где? Не сырое мясо, нет. Так, другое дело. Я хоть атаковать смогу теперь. Так, хлопцы, готовы? Становитесь сюда. В жесткий дефенс стойте. Так, раз, два, один лучник, один копейщик. Два этих лучника, по-моему. Так, ready, steady, go. Поехали, уничтожить. Наказать непослушных. Наказать, 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 наказать. Давайте, у меня выносливости нет. Красавчики. Четыре трупа оставили только. Так, это все забираем. Венгерский гуляш. Матерь божья. Вы что? Тут еще и щит приволокли. Слушайте, там прям все очень хорошо. Так, забирайте эту всю срань. Давайте ускорение. Так, еще жратвы вам человеческой принесли. А то говно всякое едим. Кстати, по поводу едим, надо это исправить. Чтоб не жрать говно дали. Так, у нас забито все броней, да? Ну, давайте голимую броню немножко делитнем. И нужно ждать, пока торговец к нам придет вновь, если он лежит, решится прийти. Что некуда положить? Опять все забито, да? Давайте еще вот это говно уберем тогда. А че вы кожу не перерабатываете? Давайте тогда по максималочке уже. До 140, ремесленник, если тебе совсем скучно будет, можешь этим вопросом заняться. Так, по идее, у нас готовится исключительно мясо. А, нам же нужны эти, да, фермерство. Рано, людей нет. Будут люди, будем заниматься фермерством. Через 5 минут должен прийти новый товарищ. Некуда положить. Некуда положить. Я тебя понял. Я тебя понял. Ну, я на крафт кожи направил людей, конечно, но мало что это изменит. А, стоп, я ж бочку сделал, ее не за это, не за, поставил сейчас. Вот, все, сейчас вопрос закроется. Сейчас вопрос 100% закроется. Они сейчас все снесут. Так, это забираем. Поможем им, крапальца. Это забрали. И раз, два, три. Забираем, забираем. Все. Все счастливы, все довольны. Нет, не все. Одежду некуда класть. Окей. Это нахер, это нахер, это нахер. Так вот же тонна свободного места. Вы что? Все, пересортируйтесь просто, и все вам будет чики-брики. Так, собрали кожу, сейчас тоже закинут. Это все сюда. Что за музыка? Я уже боюсь, когда музыка меняется в этой игре. Это в основном как бы такой позыв не очень хороший. Так, что-то вас слишком много бездельничает, подождите. Воин лесоруб, в чем твоя проблема? Область тебе увеличить, давай. Давай, 40 метров, тебя это устроит? Так, вроде зашевелились. Он здесь, да, всех животных перебил уже. Сейчас немножко ускорюсь. Сейчас прочекаем. Надо все-таки, наверное, заниматься уже этим... Да-да-да, как его? Скотоводством, так сказать. Иначе будут небольшие проблемы. Да, я здесь скот вообще в округе не вижу, слушайте. Нужно надеяться и ждать, что они сами к нам придут. Так, факел врубай. Так, тыква, пшеница, растение, 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 растение. Ну, слушайте, это паскудно. Вообще нигде не видно в округе.
Ну, мало того, что вообще по факту ничего не видно. Но так-то еще и в округе не видно, ладно? Так, что-то совсем темно, слушайте. Прибыл новый крестьянин, замечательно, недостаточно ресурсов, не выбрана профессия Вилли. Сейчас, одну секунду. Сейчас я к вам добегу. Так, я надеюсь, я хоть туда бегу. А что там долбит? А, там дерево. Че никто не чинит, алё? А, они еще не все полы построили. Так, рассказывай, что ты там можешь у нас? Сила, выносливость, ловкость, интеллект. Давай ты будешь пастухом. Вот только вопрос в том, как бы нам это сделать там? А ты уже побежал работать? Нет, никуда не побежал. Пастух без работы. Нам нужно самим вручную найти животных и их, собственно, направить в загончик. Загончик нам тоже нужно будет делать вручную. В общем, процесс нас ждет веселый. Пока что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. Конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.